14 сентября школьники Лаишевского района Татарстана получили статус воспитанников Сокуровской школы имени Гавриила Державина. С этого дня данная школа будет сотрудничать с Казанским федеральным университетом. На торжественном мероприятии по данному поводу выступили ректор Казанского университета, ректор Государственного университета юстиции, а также первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан, глава Лаишевского района и многие другие. А сегодня между нами, между нашей школой, теперь я употребляю именно это слово, будет подписано соглашение о сотрудничестве. Я выражаю огромную благодарность всем тем, кто организовал в эти дни конференцию державную, державинские чтения, которые, начиная с 2015 года, проходят в Казани, в Татарстане. Я выражаю благодарность Ольга Ивановна, вам, Ильшат Рафкатович, вам за ту поддержку системе общего образования, я подчеркиваю, системе общего образования, которое мы видим и которое вы оказываете ежедневно, ежечасно. После приветственных слов и поздравлений состоялось открытие мемориальной доски Гавриилу Державину и возложение цветов к монументу. После торжественного открытия мероприятия первый проректор КФУ и директор Сокуровской школы имени Гавриила Державина подписали договор о сотрудничестве. Мы гордимся, что это наша земля державинская. Дальше будет взаимодействие у нас с Казанским федеральным университетом. Мы будем сотрудничать с профессорами, с профессорским составом Казанского федерального университета. У нас в школе социально-экономический профиль. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.